Для опыта воспользуемся куском льда в виде бруска. Лед находится на кольце штатива. Кроме того, потребуется массивная гиря с петлей из тонкой проволоки. Проденем брусок сквозь проволочную петлю и поднимем над столом так, чтобы гиря оказалась подвешенной. Будем следить за действием проволоки на лед. Вскоре можно заметить, что проволока начала как бы резать брусок на части. Под действием гири разрез углубляется все больше и больше. Наступает момент, когда петля выходит из бруска и гиря падает на стол. Любопытно, что брусок после этого не распадается на куски.